Ребяточки, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Слушайте, давно у нас не было пиццы. Пицца с пивом. Жигули вы мои, Жигули. Поэтому сегодня мы заказали вкусную пиццу. Она огромная, она просто... Представляете, вот эта вот бесконечная пицца. И сегодня всю и мы ее сожрем. Да с пивасиком. Давай сюда, сразу. Давай еще раз. Подожди. Все, поближе. Так. Сделай. И сюда, вот в камеру смотри. Да ну чё, нафиг. В общем, с Вовкой заставки делать, это вообще. Да. Так, пока на горячей мы едим. Так, убираем. Табуреточку. Да. Здесь, короче, огромное количество сыра. Это новая пицца, прям называется сыра. Альфредо. Это. Вот, пицца Альфредо. Надеюсь, ее порезали. Что? Давай, начинаем кушать. Давайте помогу. Я там сомневаюсь чуть. Здесь куриц с курочкой, она с сыром. С шампиньончиками. Где у нас тут начало? Где конец? Короче, мне лень сегодня был готовить. Вот, мне тут, короче, заказали пиццу. На, вот тебе вот кусочек. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А, на. Хеп-хоп, ла-лай. Хоп-хей, ла-ла-лей, тара-тара-тара-та. Ох, этот звук, этот звук. Этот звук, этот звук. Сердца стук, сердца стук. И пивчанска. Жалко, не успела охладиться. Так, красота. Вкусно. Здесь у меня уже сопли слюни текут. А! За что схвататься? За что схвататься? Вкусно. Пиццу надо есть, пока она горячая. Мне сейчас мальчик привез. Короче, этот. Я посмотрела, у него там штук 6 или 7. Походу, никто не хочет сегодня готовить. Как и. Кстати, очень вкусно. Новинка Альфреда. Курица в соусе терияки. Сыр, грибы, укроп. Я так понимаю, здесь огромное количество сыра. Соус Альфреда. Очень вкусно. Белый пицца-соус. Давай. За все хорошее. За Вовкину новую стрижку. Да, и, кстати, у нас у Вовки на Дзене уже 15 тысяч. А на Ютубе уже 64. Ура! Отмечаем. Блин, жалко, пиво не очень холодное. Топенькое, да. Да. Взяли новое, короче. Мы уже не успели с красно-белым зайти. Взяли спарь вот такое. Жигули безалкогольное, барное. Что-то по вкусу какое-то оно так себе. Мылом отдаю. Да. Я, конечно, мыло не ела, но мылом отдает. А говоришь мылом? Мне так кажется. Такое же, как обычно, помню. Слушай, а вкусная какая. Она же пока горячая. Короче, да, сегодня никто готовить не хочет. Ну, кроме нашей, там еще было штук 6 или 7. То есть я, как понял, поехал. А время, пардон, уже... Поздняя. С курочкой. За пивом, за пивом. Ля-ля-ля-ля. Да, мне нравится так сворачивать. Она, кстати, тоненькая такая. Поэтому, знаете, вот ее на двоих сожрать это очень легко. Она 40 сантиметров. И тут такая у нас пицца есть квадратная. Вот. Кстати, во многих городах есть квадратные. Давай. Сейчас фишка эта пошла. Но она тонкая. Тесто очень тонкое. Грибы. Я хотела приготовить жульен, вот это жульен купила. Обленилась. На улице дождь. Прям опять. Какой-то ливень. Не ливень, так, знаете, моросящий. Противный такой. Сейчас стояли на остановке, ждали транспорт. Капец, ты разговорчивый. Да. Пока я могу ходить.
Больше влезет. Больше влезет. Где куда? Да что хочется? Тяни. Чё я к тебе тяну? Давай ты тяни. Я уже и так давай, тяну давай еще. Половины. Я тянулась больше половины. Давай. Да. Гляди, вот уже камеры, видишь? Давай, давай еще, давай еще раз, два, три. О, чин-чин. Давай, ну чуть-чуть осталось. Давай, давай, давай. Давай, 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 я в тебя верю. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ах ты, лысая собака. Кстати, сейчас вот очень актуально. Ну, как ребенку сзади это. Миша сделал какую-то стрелу. Это молнию такую. Это Волан-де-Морт. Гарри Шпроттер мой. Недоделанный. В старости. Девочки, вы видели, как Гарри Поттер будет выглядеть в старости? Вот, смотрите, вот такой. У него сзади вот у него какая-то молния сделали. Волан-де-Морт. Хотя да. Внешне-то больше на Волан-де-Морт похож. Я говорю, Миша сделал что-нибудь новенькое. В итоге он взял Гарри Поттер и взял. Вот реально у него там это молния. На его седых, лысых волосах совершенно что-то незаметно. Как они прорезают? А, вот, нашла дырку. Что, ты не видишь? О, вкусно. Вкуснятина. Не, ну реально, я уже пока не горячо. Конечно, не видишь. Я сдвинуть хотел. Здесь уже полпиццы нету. Вах, какая пицца! Вах, какая пицца! Нельзя на себя облазниться. Вау-вау-вау-вау-вау! Сыр моцарелла. А вот так вот, видите, близко подносишь, как будто она, блин, в пол комнаты. Эта пицца. Сыр моцарелла. Как это целый противень. Угу. 40 сантиметров. Полметровая пицца. Почти. Причем реальный сок. Во всех краях. А вот так вот, наверное, даже больше. Диаметр. Вот если за счет этого, она большая. Она не круглая. Потому что вот если бы она круглая была, вот здесь не было бы кусочков. Вот так вот. Вот так бы. Да. А тут, получается, она полностью все пространство занимает. Мне еще у них нравится, знаете, пицца Black Burger. Тоже очень вкусно. Вот там с этим, с говяжьим фаршем идет. И соусом острым. Отличительная особенность барбекю внутри. Ага. Нам нравится. А на любую пиццу нужно есть горячей. Если она не горячая, не вкусная. Завтра обещаю приготовим что-нибудь вкусное. Я сегодня что-то мой с этой стрижкой. Я подумала, блин, если мы сейчас еще будем готовить, мы вообще что, 12 будем. Вот знаете, по принципу, я после 12 не ем. Угу. Когда? Приготовил и лег спать. Я приготовил и лег спать. Напробовался. Типа того. Ну, там у нас завтра стрижка будет уже не так вкусно. Поэтому едим, пока есть-то. Мы все сожрём. Никто нам ничего слова не скажет. Вот так вот. Знаешь, это как в девчатах. Вот мы сейчас с тобой почалуемся, и никто нам ничего слова не скажет. Потому что все великовозрастные дети. Ой, меня всегда так умиляло этот момент. Как мне сегодня очень понравилась одна женщина. Она писала там комментарий. Хоть усрусь, но ужрусь. Или как-то так она назвала. Я там даже это ролик сегодня назвала. Слушай, а реально как это? Как жульен. Такой курица, смотри, грибы. И сыр. Так здесь нет слов. Ты забывай, что это сыр. Вместо них? Моцарелла. Да. Вкусно сыр. Бери еще. Давай, ешь, пока горит. Я же знаю, ты можешь. Давай. Я тебе верю.
Смотри, ешь. А Вова ешь, Вова жуй. Будешь жирный, как буржуй. Видите, время 10 минут, а мы уже практически всю пиццу доедаем. Вам слабо? Новый рекорд. Ага. Рекорд взят. Да. За рекорд. Да. Челлендж. За нас, за вас, без нас. Ребятки, огромное спасибо, что нас подписываетесь. Кстати, вот там по поводу чавкания пишут. Чавканье – это прямо самый сладкий атрибут мукбанка. А тут то, кто в теме, тот понимает. А кто не в теме, тот вообще понимает. Вы ещё и тут забыли, спрашиваете. Да. Я ж прям подписываю. А потом, а чё это вы чавкаете? А что это мукбанг? Глядите, как корейский ролик. Там то же самое делают. Надо стараться. А чем больше ты чавкаешь, лучше посмотреть. Вкусно. Вот такая пицца. Оба. А курица, кстати, смотри, она реально как это в соусе терияки жареная. Да. То есть она пожаренная вот в этом соусе, да? Угу. Ее разложили, потом кучу-кучу всякого соуса, грибочки, сверху сыры запекли. Ой, все это, видите, как сзади смотрится. Оп! Вот такая вот она. Ну, она тонкая, она реально, вот она, блин, сколько? Пол сантиметра. Даже сантиметра-то нету. Бортиков у нее тоже. Да. И вот так в трубочку сверни, порежь и все. Да, и съешь. Кажется, что тут есть? Тебе пока тарелка, как вкусненько. Ну что, рекорд будем добивать? Еще кусочек. Сегодня больше не кушать не будем. Ну, раньше фруктики. Чипсики и пиво. У меня там еще колбаска. И сардельки есть. В общем, ладно. Я подумаю. Так, все там есть. А давай сразу запишем следующий мукбанг. Еще. Давай, утренний. Да. Точно. Да, ладно. Типа завтрак. Угу. Я же выставить могу любой момент. Не, курица прикольно. Мне нравится, что огромное количество сыра. Сыр обожаю. Жалко, что он не тянется, вот так кусаешь, и чтобы вот так тянулся. Блин, потому что это моцарелла. Ну, все дело. И пармезан. Вкусно. Четко. Ну, не знаю, знаете, вот фастфуд, у нас тут фастфуд. Вот его съел. Час-два, снова голодный. Не знаю почему. Вроде и мясо, и все. Ну как-то вот оно не воспринимается. И жирный камень. Угу. На жоре стоит. Да. Ну, будем брать количество. Нет, все-таки пиво безалкогольное нужно охлаждать. В теплом виде оно вообще противное. Да. Вот если алкогольное. Ой, пардон. Если. Газу. Если алкогольное, оно, знаете, оно нормальное. Его можно пить, то вот безалкогольное, без этого. Это прям. Мы в лифте ехали, нам уже звонят. Говорю, нифига себе. Скоро. Так вот. Он пока едет, ее готовит. Угу. Он покажет эту печь.
и труба. Едет, дымит. Быстро, кстати, прилетел. Он приехал на адрес, пиццу вынул, положил в сумку и побежал. А попутно поставил там у нас это рядом пассажир. Он это, на следующий адрес вытащил новую пиццу. Поставил. Сколько у нас осталось? 2 кусочка? Сейчас добьем. Давай, встань, потряси. Запей. Провалилась. Че, Вова, рекорд не взят. Если мы ее не доедим, рекорд не будет. Будет. Нет. Время. Рекорд ты когда целиком съешь. Что такое? Полурекорд. Угу. Рекорд, чтобы съели целиком. Че, будет, нет? А ты сама съешь? Нет, постараться. В принципе, я не знаю. Давай так. Если... Вот, если не знаешь, оставь на завтра. А будет завтра невкусно. Вкусно. Не будет вкусно. Да. Ну как так? Так. Я и ночью съем. Пока ты спать будешь. Ее съем ночью. Да сейчас будет. Я замок пол. Я хочу ее сейчас есть. Это что за фигня? Это спорная колбаска была. Нифига. С курочкой. Она была вот как раз на линии с прикосновением. А почему она тогда должна достаться тебе? Ну-ка, отдай половину! Ну-ка, отдай половину. Сволочь вообще, видите, что творит вообще. Давай дойдем. Давай. Бери, ты первый. Этот кусок мне, а я... Ага, я вижу здесь мясо побольше. А ты сама не съешь его. Хорошо, я у тебя тогда возьму. Э? А что, вот она вот здесь больше лежала? Нифига она больше вот тут лежала. Да нифига она здесь больше лежала. Вот, видишь, прям вмятина осталась. Нет. Да. Нет. Ребята, рассудите. Где она? Ты все равно столько не съешь. А я типа буду страдать за нас двоих, да? Да. Ну ладно. Толсти ты. Мне худеть надо. Ху-ху-ху-ху-ху. А ты уверен? Это больше. Здесь мясо больше. Они одинаковые, не надо. Короче, идем на рекорд. Та-да-да-да-дам. Дом, 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 дом. Как мне одна девушка написала, тоже потом на пиццу ели. А там говорят, фу, как вы могли, нам бы на семью, 4 человек на неделю. Ну, короче, стандартный человек. А вот, она говорит, да вы что, охренели, я одну такую пиццу сожру. Говорит, колбаской вот так вот свернулась, ем. Не, ну реально завтра так. Она будет невкусная. Все, сардельки сегодня точно кушать не буду. Прикольно там был. Короче, рисунок, что типа он сидит отдельно. Да, да. Карикатуру пошли. Ага. Получается так, что он туда съездил только на ужин. Ну, покормили. Кстати, ничего не обещали. Приехал как бедный родственник. Его там покормили. Уехал. Он там вышел всех. Обгадил. И все обиделись на него. Ну что? Ты не писай мою песочницу. Не просто. Не писай мой горшок. Витя, все сожрали. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Да, мы можем. Куда мы мойдем? А в Таиланде сидят прикольные ели, у них там, не помню, как называется, помнишь, что там, пиццу-то? Там еще бортик был такой прикольный, круглый. Там в этот бортик они убирали сосиски, по-моему, да? Или что-то такое. Там сосиска вместо бортика была. Да. Нет, она была в тесто как завернута. Да. Вот. И там она, кстати, вот реально ее ешь, и она такая, знаете, прям многослойная. Вот. А еще, кстати, видела... Отдельно. А еще сейчас прикольно, кстати, вот, ну, я, правда, не пробовала, пицца как пирог. То есть она меньше объемом, она там что-то где-то сантиметров 25, наверное, вот. И она высокая, она вот такая вот, вот реально. Её ешь как пирог. Да. Нет, это став, это закрытая просто. Вот, а она как пицца-пирог. Вот, ну, что-то там она, кстати, вообще там что-то дорого стоит, там что-то 1500 или 2000 стоит.
У меня все жаба душит ее заказать. А вот, и, короче, этот... И она там многослойная. То есть у нас, вот, если все сложить, вот эту, да, то есть примерно такая пицца будет. Несколько рядов. А что разные эти варианты? Видишь? А, это он, да. Не, вот с ребенком, кстати, это прям идеально, да? Да, да. С продавцом мороженого. Идеально. Турецкое. В общем, последний раз мы пиццу ели месяца 2 или 3 назад. Может, даже больше. Когда мы последний раз пиццу ели? Нет. Я уже забыл. Короче, давно это было. И неправда. Да. Иногда тянет. Иногда хочется. Ну, если хочется, там. Вот наелись. Еще. А завтра снова девочки на диету. Это как, знаете, у нас тогда читмил был. Такой, так называемый, когда вот люди сидят качать. А, кстати, тоже прикольно. Вот помнишь, смотрели фитнес-то, да? Ничего. У него тоже там читмил был. Вот вроде он сидит такой, там куриную грудку ест, там туда-сюда, то есть овощи, то есть, ну, прям вот соблюдать диету, да. А потом, когда у них этот читмил, они вообще там, они хуже нас едят, они там просто объедаются, обжираются, и сладости, и конфеты, и там фастфуд, и все подряд. Это у них читмил, один день такой. То есть они просто вот жрут, что хотят, чтобы не сорвался. Ну, все. Ну, мне кажется, лучше понемножку, когда захочешь. А не так, когда вот ты сорвался и все. Ты за один день сожрал больше калорий, чем за месяц. Да? Да. Да. Наелся? Все? Коробушка полна? Нет еще. Ой, нет еще. А садаль кишечку будешь? А чипсики с пивом еще? Тащи. Тащи будет? Че, сижу не дальше? Тащи. Тащи? Так, вторая серия. Смотрите следующий выпуск. Да нет, так слишком много съел. Я ему сама не дам. Он тут все сожрет. Он, кстати, вообще не понимает, что он сытый. У него просто нет такого состояния, что он сытый. Он всегда голодный. И глаза такие, знаете, смотрят, такие голодные, такие, покорми меня. Смотри, вот утром сегодня встала такая, пошла, короче, чайник ставить туда-сюда. Смотрю на него, у него глазки такие, как у кота, у человека. Покорми меня. Неси мясо. Не выдержала, колбаски отнесла. А то не дотерпит, пока я тут болтаю на кухне. Поставьте нам лайк, пожалуйста. Люди добрые, не искупитесь, ну поставьте нам лайк. И с вам. Может быть, вы голодные, поэтому такие злые. А мы теперь вот видите, сытые и добрые. Что хочу сказать огромное всем спасибо, что на нас подписываете. Спасибо, что у нас на Дзене уже 15 тысяч. Спасибо, что на Ютубе нас уже либо уже 64, либо уже даже больше. Вот. Либо, может быть, уже, ну, короче, практически 64. Вот. Любим всех, целуем. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.